4 октября в Хасавюрте состоялось торжественное открытие частного общеобразовательного учреждения «Развитие». На торжественной церемонии открытия в качестве почетных гостей приняли участие глава города Хасавюрт Зайнуддин Акмазов, заместители главы администрации, начальник городского управления образования Руслан Ибрагимов, руководители городских организаций, ведомств и управлений, а также общественные деятели. Здесь в прекрасных современных условиях будут не только воспитываться и получать достойное образование дети, но и будут заниматься начальные классы. Этот центр имеет более иные функции, чем детский сад. Здесь созданы прекрасные условия для всего этого, поэтому хотел бы поблагодарить Турпашу Алим Пашаевича за то, что он создал этот центр. После официального открытия директор Центра образования Шамай Абдуллаева провела для гостей экскурсию по зданию. Делегацию провели по учебным группам, спальным комнатам, столовой и игровой площадке. Как отметили представители центра, в ближайшее время планируется запустить работу начального обучения детей с 1 по 4 классы. Работу с детьми будут вести 14 профессиональных педагогов. Я думаю, что это будет очень красивое, очень уютное и очень комфортные условия для развития и воспитания детей. Мы хотим впервые, наверное, ввести одновременно два языка. Работаем над этим. Английский язык мы уже даже ввели в сетку занятий и хотим второй язык. У нас будет круглосуточная группа. У нас будет группа воскресного дня. У нас будет работать группа по часам, чтобы могли дети ходить. Учреждение рассчитано на 110 мест с перспективой дальнейшего расширения. На обучение будут приниматься дети в возрасте от 2 лет. Открытие подобных учреждений имеет большое значение для города. Из более чем 30 действующих дошкольных учреждений половина являются частными, и открывающийся центр будет крупнейшим инвестиционным проектом в городе, которое направлено на развитие образования. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».